приходят к нам веснами. Они неожиданны, как дождь или снег. Любимые женщины приходят к нам звездами, когда открываем мы одну среди всех. В этот замечательный, весенний, нежный день поздравьте, мужчины дорогие, всех своих любимых жен, подруг, мам, бабушек. И сейчас я на эту сцену для поздравления всех наших женщин приглашаю Амета Авлятипова «За милых дам». Мне нравятся все женщины на свете, блондинки или брюнетки, все равно. Признаюсь, не бросаю слов на ветер, что для меня ищу я уж давно. За милых дам, за милых дам. Как никто, нуждаюсь я в совете, ведь мучаюсь я каждую весну. Мне нравятся все женщины на свете, а выбрать надо все-таки одну. За милых дам, за милых дам, мой первый тост и тут и там. Без милых дам, без милых дам, как день прожить, не знаю сам. Для милых дам, для милых дам, всегда я свеж не по годам. И если надо, жизнь отдам за милых дам, за милых дам, за милых дам. Мой первый тост и тут и там. Без милых дам, без милых дам, как день прожить, не знаю сам. Для милых дам, для милых дам, всегда я свеж не по годам. И если надо, жизнь отдам за милых дам. И если надо, жизнь отдам за вас, милые дамы. С праздником!